Всем привет, друзья! Сегодня середина марта, а за окном метель, ветер, мороз минус 6, снега намело. Ну, а у меня весна на подоконнике. Вот такая красота у меня расцвела. Вот такие вот подснежнички. Хоть что-то радует. И, кстати, да, Алинка сделала вот такой вот кашпо интересное. С прищепок. Очень просто делается. И вот такое вот забавное кашпо получилось. И вот такая вот весна. Ну и немножко пробежимся по растениям. Значит, свою максиллярию я поместила под такой колпак, чтобы больше было и влажности. И буду опрыскивать мох вокруг нее янтарной кислотой, раствором с янтарной кислотой. Водичка и янтарная кислота. Мой лимон пытается цвести. Вон белые такие. По-нормальному пытается цвести. Были у него несколько цветочков, он цвел. Вот. А он их просто-напросто сбросил. Все на этом. Значит, цикламен белый мой цветет и завязывает сам по себе семена. Вот. Вот семенная коробочка. Вон семенная коробочка. Вот семенная коробочка. Сам по себе, даже без моей помощи. Ну, короче, дает. А декабрист набирает бутонов все больше и больше. Розовый мой цикламен цветет. И посадила свой мелкий махровый, пересадила, потому что цвести он не хочет. А просто у него куча-куча зеленой массы. Вот какой он огроменный. И ни одного бутона. И добавила я калийно-фосфорного удобрения, долгоиграющего в грунт. Ну, посмотрим, зацветет или нет. Зик мой наращивает вот такой вот новый рост. Лимончик мой зазеленился после обработок, после моего лечения. На него напала щитовка. Как я боролась со щитовкой, я расскажу. Очень эффективный способ. И вырастил вот такие вот прирост. Надо будет скоро его формировать. И хотела показать вам вот такую вот красотень мою новенькую. Это монстера. Вариагатная альбочка. Вот такая вот красотка. Не ставила я в этом году на выгонку никаких луковичных, кроме вот подснежники, как у меня были на балконе. Не было времени, гиацинты я высадила. Нарциссы хотела посадить, я их не купила с осени. Вот. Тюльпаны у меня детки. А все остальные крупные тюльпаны на даче. Поэтому вот весенние цветочки только такие. И то красиво. Продолжает цвести моя лимонная душистая орхидея. Не знаю, как она, по-моему, согашита она называется. И вот такой она цветонос доращивает. Цветет очень-очень долго. Я уже не знаю, сколько она цветет. И у меня планы ее пересадить. Даже, наверное, цветущие я ее буду пересаживать. Пахнет весенними тюльпанами. Вот вам и весна. We'll be right back.
наконец-то пошло дело, как положено. Распустился мой лимон. Пока не переставила его на другое окно, дело пошло как следует, потому что он стоял в сухой комнате, там где влажность маленькая. Я не могла понять, что с ним происходит. А теперь он цветет как положено.